Здравствуйте, уважаемые зрители! Осень 2021 года знаменовалась новыми трагичными рекордами смертности в связи с нахлынувшей третьей волной вируса. Шквал смертей никого не оставил равнодушным. Уходят как простые люди, так и представители творческих специальностей. Вирус уносит жизни пожилых людей и совсем молодых, поэтому берегите себя, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Сегодня пришла печальная новость. В один день скончалось сразу два известных артиста. На 41-м году ушел из жизни российский актер Руслан Дулич. Он умер в Санкт-Петербурге от заражения COVID-19. О его смерти в социальных сетях сообщила певица Ирина Блат. Примечательно, что актер всячески отрицал существование вируса и не соблюдал меры безопасности. Вторым в этом печальном списке стал актер Андрей Дубовский. Он был известен по своим ролям в фильмах «Визит к Минотавру», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов», «Город над головой», «Графиня де Монсоро», «Палата номер 6». И это далеко не полный список его работ. Андрей Дубовский последние годы не выходил на сцену и не снимался в кино. Причиной тому стало сильное ухудшение состояния здоровья после перенесенного инсульта в раннем возрасте. На момент смерти актеру было 64 года.